многим людям это имя ни о чем не говорит, и в одном ряду с другими, как история звучит, как забытое предание про Учителя Христа. Путь земных его скитаний, кровь Голгофского креста. Ничего они не знают о спасительной любви, и душой не прибегают к возрождающей крови. Не открылся перед ними дивный свет его лица. Многим людям это имя, только имя мудреца. Иисуса имя мне всех милей. Иисуса имя в душе моей. Иисуса имя моя весна, мое блаженство, моя судьба. Новой жизни я рожден, перед Ним открыл я сердце, я свободен, я прощен. Кровь Спасителя живая смыла все грехи мои, очищает, исцеляет милость Божией любви. В этом имени чудесном торжество мое.